Дальше не пойдешь? Чай будешь? Была маленькая, любила чай, постоянно пила зеленый чай. Постоянно выпрашивала. Сейчас как-то остыла. Самое время гладить лису. Кстати, в лесу твои сородичи уже шубы все сбросили, а ты еще в шубе. Это, наверное, от того, что все равно кто-то слишком много ест. А? Нету такого ощущения? Ну. Растяжечка. Ты вчера очень хорошо подтягивалась, Алиса, так что надо растяжку делать. Может быть, даже начать практиковать йогу. Уже взрослая барышня, пора. Только не говори, что ты тут тоже что-то заныкал, и сейчас меня будешь прогонять отсюда. Нет. Она заныкала там. Это вот удивительно. А, это вся та же самая нычка. Ну все, иди. Дела, дела, забота. Мой стакан. Давайте покажу, что будет с вашим квадроциклом, если у вас будет вот такая вот замечательная питомица. Вот примерно вот это. Вот это сиденье уже заменено. А это... Кто-то влез сюда, да, Алиса, и чуть-чуть подъел сиденье. И это будет не только с сиденьем, а, в принципе, со всем, что плохо лежит. Это стандартная практика. Хулиганистая жуть. Вот видите, система полива. Вот, видите, что-то кто-то оторвал. Вот угадайте, кто? Когда я пытаюсь поставить на место, то начинается примерно вот это. Иди, иди, моя система, иди. И вот так вот совсем. Твое? Все тут твое? Нельзя ничего брать? Вот так.